Одержали уверенную победу. Это характеризует и счет, и содержание игры, чем мы, безусловно, довольны. Ребята выполняют то, что от них требуется. Большое спасибо за это. Мы хотели бы, наверное, поддержать ребят, которые по тем или иным причинам и травмам сегодня отсутствовали. Они нам очень сильно нужны. И мы ждем их восстановления и возвращения в строй. Но мы опять же понимаем, если уже отталкиваться от турнирной таблицы и стратегии всего чемпионата, мы понимаем, что здесь не стоит обольщаться, наверное. И нас ждут самые принципиальные игры, которым мы будем готовиться тщательно и разбирать их уже непосредственно по приезду. Сейчас самое главное восстановиться, набраться сил и готовиться к домашней встрече.